5 марта 1942 года тульская газета «Коммунар» писала: «Велик патриотизм советского народа. В селе Яблоново-Каменского района Тульской области во время немецкой оккупации кровавые бандиты подожгли дом колхозницы Пешковой, в котором находились раненые красноармейцы. Отважная патриотка вытащила раненых из огня и спрятала в безопасном месте. Жизнь бойцов была спасена. Целый месяц Пешкова, несмотря на страх перед оккупантами, самоотверженно ухаживала за ранеными. А когда в село пришли части Красной Армии, передала бойцов в госпиталь. Жители села благодарны женщине за этот мужественный поступок», говорилось в сообщении. До победы оставался 1161 день.